Одним из почетных гостей чествования стал герой нашего проекта «Дари добро» Толя Кацин. Мальчик с помощью своего таланта зарабатывает средства на собственную реабилитацию. Его поддержали многие известные люди, в том числе регбисты «Красного Яра». Вот и на церемонии награждения один из игроков сразу после вручения золотой медали подарил ее мальчишке. Герой пожелал остаться неизвестным. Толя долго, восторженно разглядывал сверкающую награду. Красиво. Нравится тебе? А это золото? Папа, это настоящее золото.